Солидарность лежит в основе современных международных отношений в 21 веке. Только будучи солидарными, люди могут сообща трудиться над решением глобальных проблем. Международный день солидарности людей объединяет в себе сразу несколько проблем. Это толерантность, активная борьба с нищетой и совместные действия за чистоту окружающей среды. Символ этого – человеческие руки вокруг планеты Земля. В международный календарь праздников этот день вошел в 1995 году, когда ООН объявила солидарность важной мировой ценностью. По задумке чиновников Организации Объединенных Наций, все люди Земли несут совместную ответственность за соблюдение прав и свободы любого человека, вне зависимости от цвета кожи или вероисповедания. Генеральная Ассамблея ООН предлагает всем странам проводить тематические мероприятия, семинары, благотворительные акции, посвященные вопросам солидарности. Помимо главного праздника солидарности во всем мире, в России существует еще День солидарности в борьбе с терроризмом, День солидарности трудящихся, День солидарности журналистов, День солидарности женщин. Но как бы ни назывался день в календаре, стоит помнить, что в первую очередь солидарность – это поддержка людей и взаимопомощь.